У меня, как мама троих детей, события последних дней, а также новости о нападениях на школьников, о суицидах детей вызывают смятение. С одной стороны, не хочется детей слишком уж заставлять сидеть дома и ограждать от всех опасностей. С другой стороны, как и любому родителю, мне хочется их обезопасить по максимуму. Как быть, что же делать? С этим вопросом мы сейчас попытаемся разобраться. В гостях у нас декан факультета психологии Башкирского государственного университета Ирина Хох. Ирина Рудольфовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем все же с казанской трагедии. На данный момент более или менее ясен психологический портрет преступника. Даже вот в некоторых СМИ писали, что, оказывается, с 2017 года он состоял на учете в поликлинике с диагнозом энцефалопатия, то есть это поражение мозговой ткани. Могло ли вот это заболевание спровоцировать такое поведение? И наверняка родители, у которых дети, возможно, с таким же заболеванием, сейчас уже насторожились. Что им делать? Как, можно ли это предугадать и какие-то меры профилактические принять? Ну, это немножко вопрос не психологу, а... Даже медицинская психология, я прочитала, вы медицинский психолог. Да, это неврологический диагноз, это не диагноз из большой психиатрии, это неврология. И, соответственно, раз он обращался, какое-то лечение ему было прописано. Речь же идет о том, что это комплексная проблема. То есть у человека больше накапливалось психологических нюансов, которые вот слились в один большой комок, да, это и одиночество, это и ссора с родителями, это и буллинг, как писали СМИ, я пользуюсь же только вот такими же открытыми источниками, то есть школьная травля, да, то есть постепенно такой, как мы говорим, кумулятивный, да, накопительный эффект, вот это озлобление на всех и вся, да, на самых близких людей, я остался один, и поэтому, да, как одиночество, я то ли бог, то ли монстр, да, как он выдавал, да, это, безусловно, сыграло свою роль. И поэтому неважно, кто цель, да, все равно он вот эту ненависть излил. Да? Но здесь четко идет понятие о том, что это было сделано волевым усилием, это было управляемое действие. Ни в коем случае мы не можем говорить здесь об аффекте. Потому что слишком много было переключений, во-первых, с одного действия на другое. То есть передергивался там затвор ружья, да, стучал он в разные классы. Была серьезная подготовка и часть вот этого подготовительного материала, материала, да, различные взрывчатые вещества и так далее, компоненты, они остались у него дома. То есть за счет этого мы будем говорить, что это абсолютно было преднамеренное, да, совершенно спланированная организация действия. Плюс вы правы, когда вы соединили скулшутинг, а именно так называется нападение на образовательную организацию, он является расширенным суицидом. Что такое расширенный суицид? То есть эти люди идут в учебные заведения убивать и быть убитыми. Он, по-моему, признавался, да? Да, в любом случае, да, он понимает, и в той или иной степени осознанности он понимает, что при захвате он может быть убит, и те же самодельные взрывчатые вещества, да, они могут взорваться все-таки и рядом с ним. Вот. То есть в любом отношении либо какой-то отпор может быть, а мало ли какая там может быть ситуация, да, с какой он встретится. То есть это расширенный суицид. То есть настолько жизнь ненавистна у этого человека, и ненавистны все, кого он включает в эту картину, да, это ненавистной жизни. Поэтому как бы, вот такой выбор, да, жертв в этом отношении. Не надо мне воспринимать, что я сейчас стараюсь оправдать, да, уже как окрестили казанского стрелка, да, по типу керченского стрелка. Кстати, вот отвлекусь, даже некоторые просят не называть его казанским стрелком, якобы чтобы не оскорблять, его, да? Наоборот, облагораживать. Облагораживать. По сравнению хорошо, с Ворошиловским. Да, давайте преступником, как считаете, да, да, преступником, да, можем назвать его. Это действительно преступник, с одной стороны, и преступник, и жертва. Там, конечно, очень серьезный комплекс, который будут разбирать, безусловно, судебные медики уже и психологи. Мы все-таки останавливаемся над тем, что, к сожалению,
мы не можем гарантировать, что таких случаев не будет. И мы видим, что они продолжаются в той или иной степени частоты. Да? Речь идет о том, что как все-таки мощно, на мой взгляд, героически сработал педагогический состав. Потому что, конечно, в гимназии, вот 175-й, потому что мгновенно реакция на то, что сказал директор, да, то есть активизация тех, скажем, указаний, которые они прочитали в методические указания, потому что действительно такие приходят по предотвращению экстремизма, терроризма и так далее. То есть это забаррикадирование дверей, это, соответственно, дети, да, прятались за предметами, в данном случае школьные мебель, да, и учителя действительно стояли у дверей, чтобы оказать, ну, какую-то первоначально, насколько они могут, только оказать какой-то заслон. Поэтому все, я думаю, что все равно это все будет разбираться по косточкам. К сожалению, еще раз говорю, 100% защиты, ну, невозможно, ну, скажем, сформировать. Почему? Потому что вы заметили, что характеристика его была какая? Положительный. Примерный, да. Спокойный, даже в этом какой-то культурный, да, и так далее. То есть все характеристики были такой ширмы. Человека, который, в принципе, абсолютно адаптирован в обществе. Но нужно говорить о том, что вот в чем его жертвенность, да, мы уже сказали, вот это одиночество, то, что он не умел попросить помощи. Если он попросил помощи у медиков, да, но оценить свое состояние, он, скорее всего, не смог, да, потому что при психически, возможно, мы сейчас не строим версии, это не наша сейчас, да, как бы тема. Но возможно, что уже критика была нарушена к своему состоянию, да, а так как он уехал от родителей, тоже опять какие отношения, он говорил, да. что это был затяжной конфликт и так далее, да. Мы всегда, психологи, говорим, все начинается в семье, все начинается в семье. Хотя брат у него старший, говорят, наоборот, все благополучно, ну, да, учится да. в ну, может быть, понятие есть и реактивных таких психозов, может быть, и такие вещи, да, там, потом нашли какие-то психоактивные вещества у него и так далее. Сейчас еще раз говорю, чем больше будет информация, тем больше будет вот такая разрозненная, да, пестрая картина. Но на самом деле, действительно, к сожалению, как показывает и практика зарубежная, как показывает и практика российская, мы не исключение. Единственное, у нас, конечно, нет таких просто крупномасштабных жертв, потому что все-таки оборот оружия запрещен. Да? И вот то, что он получил, это тоже будет разбираться. И правильно говорят о том, что если он получает справку, он получает по поводу того, наблюдался он в психиатрической клинике или не наблюдался. Состоит он на учете у нарколога или не состоит. Он получил эту справку согласно тем, тому учету, который ведется. Да? Вот вы упомянули, что, скорее всего, это было все организовано и руководимо. Им, да. Им. Да. Потому что выдвигались версии, по-моему, кем-то из политических деятелей, что, скорее всего, там стоят за ним экстремисты, которые вот как раз его подготовили. Это вообще можно как-то понять по поведению? Да, вы знаете, дело в том, что действительно есть такое понятие вербовщики. Да. Есть такое понятие вербовщики. Все-таки у нас мы говорим о терроризме, о мировом значении, да, почему все страны как бы однозначно, да, не договариваются с террористом, выдают террористов, да, и очень жесткие законы. Вот. Есть такие вербовщики, но мы не владеем сейчас этой информацией. И как раз вот такие мальчики, которые одинокие, которые бросают в сеть что-то о неблагополучии, да, они являются очень хорошей добычей, да, для таких вербовщиков. Это линия, которая, конечно, будет отслеживаться уже Федеральной службой безопасности. Ну, так сложно, да, сказать по поведению завербованного или нет? Нет, конечно. Нет. Нет. Давайте мы в версии не будем строить, оставим это все-таки силовикам. Ну, кстати, психиатры ему уже поставили диагноз – острый психоз. Он возникает непредсказуемо у любого, или все-таки он, вот, как я говорила, как-то был связан с его диагнозом неврологическим? Есть ли вот какие-то признаки близким людям,
чтобы могли понять, вот начинается, чтобы как-то остановить, ну, предотвратить? Да. Это действительно резкие изменения. Любые резкие изменения, они могут быть не связаны с психозом, они не могут быть не связаны с какими-то другими формирующимися психотическими состояниями. Но в любом случае резкие изменения. В первую очередь резкие изменения в таких сферах, как аппетит и сон. Угу. Нарушение сна, нарушение аппетита – это первые признаки неблагополучия. Может быть, неблагополучие на физическом уровне, то есть на уровне физического здоровья. Это же неблагополучие могут быть на уровне психического здоровья. Любые такие нарушения, они, конечно, должны фиксироваться и каким-то образом, да, давать какую-то реакцию со стороны близких. А сейчас какую-то картинку на примере показать, что вот у вас… ну, грубо говоря, там сын, дочь, сестра, неважно, перестали есть или жалуются, или вообще жалуются на отсутствие сна, или просыпаются раньше, чем обычно, засыпают позже, чем обычно. Вот это уже должно насторожить. Да, смотрите, это может быть, конечно, вот как мы говорим, головная боль, да, она включается в картину очень многих синдромов, да, там, болезненных. Вот. То же самое, то, что я назвала два таких признака, они могут быть включены в различные заболевания. Но уже мы говорим о том, что, возможно, это депрессивное состояние начинается, да, тревожное состояние начинается, потому что в первую очередь самое такое хрупкое – это вот как раз сон и аппетит в этом отношении. Это может быть начало, скажем, анорексии, булимии и так далее, да, что касается больше там, женского варианта подросткового. Вот. Любые такие изменения, они, конечно, ну, уже должны насторожить. Но здесь-то еще, что он высказал, бредовые идеи. Да, ну, бредовые идеи. Видимо, родители вообще не слышали. Он высказывал это опять в сеть. Но вы понимаете, действительно, я послушала одного аналитика, IT-аналитика, он говорит, вы знаете, таких вот идей в интернете ставить как хэштег, например, там, я не знаю, убийство, там захват, да, там оружие и так далее и тому подобное. Вот. А таких достаточно много можно выявить в сети, но не факт, что они реализуют такие вещи, да. Я бы говорила о равнодушии. О равнодушии со стороны именно проходящих. Мы видели эти кадры, да, идет женщина. Я, конечно, понимаю, что мы все можем быть в разном состоянии, но вам машет, значит, винтовкой. Человек одет в черное, да, человек закрыт, да, понятно, не надо там ему лезть на рожон, да, и говорить, о, я сейчас позвоню там 112, но отойдите. Отойдите на, там, я не знаю, 10, 15, 20 метров, да, и позвоните в службу 112. Какие проблемы? Вот ведь мы с чем столкнулись, да, посмотрите. Как можно объяснить поведение человека, который прошел и не позвонил? По-разному. По-разному. Что это? Вы понимаете, дело в том, что уровень сейчас, скажем, терпимости к таким проявлениям, он очень высок. Маях это с краем. Даже к таким? Да. Вроде тебя касается. Не касается, видите. Она прошла мимо. Да. С чем это связано? Это связано с защитой от негативной информации, которая просто льется со всех чайников, да, если мы как говорим, со всех источников. То есть то плохо, то плохо, то плохо, потому что информповод, видите, как бы взбодоражилась, да, общественность. Смотрите, поднялась целая волна, да, со всех сторон обсуждения, плюс уже пошли подражатели, да. Что уже звонили в школу, значит, что заминировали, я сейчас приду, убью и так далее. То есть мы, психологи, понимаем, и психотерапевты, и психиатры, мы понимаем, что это, ну, вот такой вот синдром Вертера, да, подражательный синдром, особенно он связан для личности, которые не сформировались до конца, да, которые имеют какие-то психологические проблемы или психотические проблемы, как если психиатры уже говорят о своем каком-то вердикте. Вот. И в этом отношении, да, ну, максимально не быть равнодушным. Ведь все равно рядом, пусть там месяца два назад, да, он там его выгнали с техникума, да, где-то так говорят, с колледжа. Вот. Рядом с ними были кто-то, друзья, знакомые. Но не может быть, что человек вообще остался одиноким вот в этом городе. Все равно кто-то есть, да, кто, ну, что два месяца с ними общалась семья.
То есть, получается, семья его выселила, да, то есть готов он был к этой сепарации, да, отделению, не готов он был к этой сепарации, отделению. Что было мотивом к тому, чтобы отделить ребенка, да, как бы я понимаю, 19 лет, ну, целый мужчина, но опять степень готовности. А мы сейчас говорим, что у нас подростки вообще фиксируются возраст до 24 лет, мы говорим, это все подросток. Психологически. Да, психологически, потому что они не готовы к самостоятельной жизни, они не готовы принять ответственность. А как понять, что готов ребенок уже жить отдельно? А вы понимаете, когда ко мне приходят родители на прием с такими детьми, я задаю один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, за что отвечает ваш ребенок в вашем доме? Как вы думаете, какой ответ я получаю? Ни за что. Правильно, ни за что. Когда наступит эта ответственность? Когда ребенок будет, так сказать, готов что-то принять? Вы понимаете, ответственность, вот честное слово, да, вот ну, есть какие-то средние статистические такие нормы, а чувство ответственности формируется до 15 лет. С какого возраста? Да хоть с 2 лет, хоть с 3 лет. Убрать игрушки, да, вместе что-то постряпать, вместе что-то сделать, да, там, я не знаю, погулять с собакой, там, поменять воду там у кошки или там, ну, почистить клетку. То есть там, обязанности там, какие-то обязанности, за которые только не только отвечает, то есть у тебя есть обязанности, но за эти обязанности ребенок хвалят. Понимаете? То есть его постоянно, как здорово, если ты это сделал, ты мне выделил время для того, чтобы с тобой поиграть, порисовать, сходить куда-то и так далее. Понимаете? То есть у нас в системе воспитания очень серьезный перекос в сторону критики и в сторону дефицита, да, абсолютно поглаживания, как мы говорим. Да? Вот. В этом отношении да. То есть, когда придет это, когда я передам, ну, как-то по волшебству, да, тебе 18 лет исполнилось, я тебя отправил там на квартиру. Ну, вот мы к этому еще немножко вернемся в связи с как раз летним периодом, когда у нас дети сдают экзамены и стараются поступить в другие регионы. А пока вот вернемся к родным Ильназа, они ведь не приехали в суд. И они вообще вскрылись. Они были, насколько я знаю, только на допросе. Сейчас какие бы журналисты, каких бы федеральных СМИ не пытались, но мы еще не видим ни одного интервью ни мамы, ни папы Ильназа. А боятся всеобщего гнева? Как думаете? Но ведь когда-то им придется выйти наружу, когда-то им придется выйти на работу. Или здесь у них, вот вы сейчас тоже можете оценить масштаб раскола вот этого, да. Или им сейчас единственный выход – это вообще уехать из страны? Вот как им быть и как нам быть окружению, когда мы их вдруг увидим? Ну, давайте так, мы не будем решать за людей, они решают сами такую проблему, которая настала. Вы знаете, когда спрашивают у родителей, например, преступников, которые совершили жесточайшие преступления, они начинают жить прошлым. Потому что в прошлом был какой мальчик? Хороший, замечательный, да, культурный, здоровался, тишь да бладь, да Боже благодать, да? Вот. А сейчас для них эта ситуация такая же взрывная и стрессогенная, да, как и для ну, страшно, конечно. Еще раз говорю, я хочу пожелать родителям, тем, кто потеряли близких и родных, особенно детей, да, силы это все пережить. И у них, как ни парадоксально, в какой бы системе координат мы ни сравнивали, у них такая же потеря сына. Да. Такая же потеря, да. То есть, да, он жив, но он уже не с ними, и они прекрасно понимают, что уже они ребенка не увидят. В любом случае. И адаптационный период, да, как мне справиться с этой ситуацией. Поэтому, если для них было свойственно избегание конфликтов, понимаете, да, как тактика сына, избегания. Да. Вот они это сделали. Потом есть понятие социальной стигмы, ярлыка такого, да? Ты мать-убийца, там, ты отец, да, убийца. Вот эта стигма, это может быть вот как ярлык, да? Вот, не знаю, как пометка такая. А она может быть очень давящим таким фактором, и опять они выбрали степень ухода. Да? Вот. Мы не знаем. Поэтому как им быть, чего им быть, они решают только сами. Понимаете? Потому что с другой стороны, мы что, не ссоримся со своими детьми?
Ну, конечно, ссоримся. Что мы не отправляем? Мы не говорим о том, что будь ответственный. Конечно. И в миллионах, там, не знаю, случаев это не кончается такой ситуацией. Поэтому устраивать обструкцию или там, не знаю, вот такое преследование, я считаю, что ну, это недостойно цивилизованного общества. А вы, если бы к вам эти родители пришли бы на прием? Я бы с ними работала. И сказали бы, что я бы с ними работала, да. Мы бы с ними обговорили ту тактику поведения, которую бы они, для них по ресурсам было это совершить. Если они... ну, силы имеют психологически выступить публично, да, то мы бы эту ситуацию обговорили, да. Если у них нет этих сил, а что там нам делать и так далее, мы бы просто разобрали с ними различные варианты, да, их поведения и какие бы последствия они увидели. Потому что психолог никогда не дает советов. Он не живет за жизнью своего клиента или пациента, да. Он проговаривает, а что для него важно, что для него значимо, и имеет ли он силы это реализовать. Кстати, Самуль на суде был очень молчалив, не отвечал на вопросы журналистов, когда они пытались, да, ему их задать. И суду он заявил спокойно, что согласен с арестом, совсем согласен, все признает. Но многие заметили, полицейские его охраняли не только снаружи вот этой стеклянной кабины, но и внутри. Но, очевидно, боятся, что он даже там наложит на себя руки. А возможно ли это предотвратить в данном случае? И... ну, наверное, конечно, то место, куда он попал, может это сделать. Но как здесь вот лучше поступить? И нужно ли, я боюсь задавать этот вопрос? Ну, я как я в моей биографии есть работа и в местах лишения свободы, в том числе я бывший офицер управления исполнения наказаний, да, служила в том числе в колонии особого режима, с особо опасными рецидивистами имела дело. И вы знаете, я думаю, что периметр, который был внешне, он охранял, конечно, тех, кто, возможно бы совершил какие-то, да, акты возмездия, мщения и так далее. Внутри это не по поводу того, что он наложит руки, а внутри по поводу опять эксцессов с его стороны. То есть все, что угодно он мог совершить, то есть он мог и там кричать, и броситься там на эту клетку, да, и наброситься друг там рядом стоящий и так далее. То есть пока ведь там было по поводу ареста, но не было пока оценки психиатров, да, и психологов медицинских. То есть поэтому такая практика, в том числе и от самого себя, да, возможно, и от внешнего окружения. Дело в том, что это уже дело, следственный изолятор находится в ведомстве, опять-таки, управления исполнения наказаний. И там существуют определенные протоколы безопасности, то есть есть, и есть сотрудники безопасности, которые имеют определенные, как им поступать, да, инструкции. Вот, в том числе и определенно есть камера одиночного содержания, да, где все, что там, например, находится, это там кровать и так далее, оно может цепями все-таки уходить в стенку и так далее и тому подобное. Какие-то там есть меры безопасности. Потом, я думаю, что снабжено все камерами наблюдения. Вот, то есть... А возможно ли в таких условиях все-таки что-то предпринять, чтобы он этого не совершил? Вы задаете такие вопросы очень интересные, это чтобы... Или Бог... Я не могу, да, сказать про те условия, которые есть там в управлении исполнения наказания там Казани, да, так сказать, я не могу по татарской республике. А даже если бы допустили психолога, может психиатр... психотерапевт в таких условиях что-то сделать с человеком, что он передумает накладывать на себя руки? Нет, конечно, у нас есть достаточно много различных методик воздействия, да, безусловно. То есть опять, насколько он только в доступе. То есть в доступе понимания, в доступе восприятия и так далее. Потому что как бы какое у него состояние на тот момент, это оценивает только врач. Да, и поэтому... вот про эту трагедию, наверное, последний вопрос.
Можно ли спасти таких людей психологически? От чего? От того, чтобы они дальше не такие же поступки не совершали, их изменить и вернуть их, так скажем, ну, в общество. Может быть, это вопрос про идеал, да? Да. Опять-таки, мы говорим про степень патологии, тяжести, да? Угу. Патологического состояния. Мы эту степень не знаем, оценить не можем. Угу. То есть, если, например, острый психоз, он обратим. Угу. Если мы говорим, что у него поставят диагноз F20, это шизофрения, угу, то это уже хроническое состояние, да, патологии лекарств, психики. Да, угу. Поэтому очень сложно сказать. Реактивный психоз, да, он обратим. Угу. Плавно перейдем на чуть более ранний возраст. Сейчас выпускники школ испытывают два, как минимум, стресса. Это сдача ЕГЭ, подготовка к поступлению в вузы. И вот буквально сегодня наша коллега зашла на работу с такими глазами, эмоционально рассказывает, что вот моя дочь вчера сдавала первый пробник, пробный экзамен, да, по обществознанию, и не сдала его, потому что уже на том этапе, что она пришла в чужую школу, открыла чужую дверь, и навстречу вышла озлобленная учительница, ее обозвала и наругала, все. Видимо, и так было уже тревожное расстройство, видимо, и так уже были накалены нервы и в такой ситуации. И ребенок сжался вплоть до физического плохого состояния. Ее вернули дочь домой. Как здесь быть и родителям, и детям? Как быть учителям? Наверняка все-таки учителя должны вот в этот период все-таки иначе вести себя с выпускниками, как-то, ну, больше проявлять такую вот индивидуальную, понимать их индивидуальную особенность. А на моей памяти даже были случаи попыток суицида вот в период сдачи ЕГЭ. Как правильно настроить ребенка? Опять-таки, на что обращать внимание нам, родителям и учителям сейчас? Ну вот смотрите, понятно, что в идеале мы бы хотели, чтобы учителя были милосердные, мягкие, понимающие, да, быстро очень фиксирующие состояние ребенка, распознающие и так далее. Это в идеале. Учительское сообщество – это отражение сообщества в целом, да, и если среди нас есть люди разные и разные готовые к коммуникации, то, естественно, среди учительства это тоже есть. Понятно, что данный случай, которого рассказывать, не оправдывает учителя никак, угу, потому что он профессиональный воспитатель. Угу. Раз профессиональный воспитатель, то есть уже изначально у него должен быть хороший уровень терпения, да, и вот, да, стрессоустойчивости, это точно. А что касается ребенка, смотрите, рядом с тревожным ребенком обязательно есть тревожный взрослый. Обязательно. Вы знаете, когда вот приходят и к нашим детским психологам, да, вот я еще работаю в Республиканском клиническом психотерапевтическом центре Минздрава РБ, да, вот, когда приходят там дети, да, и вот он говорит, вот, я не справлюсь, я не сдам экзамен, я там то-то. Я тоже люблю задавать такой вопрос. Вот когда ты говоришь эти слова, чьи это слова? И чью интонацию ты слышишь? И, как правило, после этого вопроса задается отвечает конкретно кто. Так говорит мама, так говорит папа, так говорит бабушка и так далее. Вот понимаете, собственная тревога родительская, она выходит вот в эти вещи. Да, вот у тебя ничего не получится. То есть у ребенка формируется, у него и самого такой настрой, да, страха, да, там, неопределенности и так далее. Вот. И формируется идея катастрофизации. А как, например, эту идею можно нейтрализовать, да, даже в домашних условиях? Сказать, хорошо, ты боишься, я принимаю, ты имеешь право на эти эмоции. Но смотри, ты 9 или 11 лет, что делал? Учился. Готовился. Последний год, наоборот, это было очень интенсивно, да, ты все тренировался. Как от того, что ты столько лет тренировался, ты не сдашь экзамен? Практически невозможно. Это первое. Второй момент. Что касается действительно, когда это к этому стрессу прибавляется стресс новизны, то есть стресс неопределенности, потому что я не знаю, какие кимы мне попадутся, да, то есть контрольно-измерительные материалы.
И второе, да, это стресс новизны, потому что я не знаю это учреждение, да, куда заходить и так далее. Смотрите, есть очень простая практика. С ребенком сесть до момента вот этого пробника, да, прямо разбить по этапам. То есть девиз такой: всего слона съесть невозможно, но по частям можно, да. Итак, ты встаешь утром, да, перед началом, ну, перед тем, как идти туда-то сдавать пробник. Как можно оценить по 10-бальной шкале твое волнение? Ребенок говорит: ну, наверное, на 2, да, по 10-бальной шкале, на 1. Замечательно. Итак, вот ты представь, ты встал утром, вот этот разговор можно накануне вечером или там чуть пораньше еще начинать. Вот, ты встал утром, да, представил эти вещи и расслабься. Попробуй расслабить свои мышцы, попробуй спокойно подышать. То есть физиологически картина стресса и физиологическая картина расслабления несовместимы. Понимаете? И, соответственно, это будет так, здесь вот на 2. Дальше. Ты, там, я пожелала тебе там замечательного, так сказать, твоего дня, замечательных свершений и так далее. Сколько это, да, по твоей там шкале? Столько. Дальше. Ты выходишь из дома, встречаешься, где-то они же встречаются с одноклассниками или как-то вместе идут и так далее. Ну, какие-то вот такие этапные вещи на каждом, да, оцени по 10-бальной шкале. Да, и вот расслабься. Ты переходишь в школу. Да, вот ты приходишь в школу. Да? Посмотри на карте, где это там здание находится, где ты сдаешь пробник. Да? Может быть, заранее, за день, за два подойти к этой школе, посмотреть, да, как она выглядит. То есть уже момент новизны, он будет снижен. Понимаете? То есть вот такие этапные вещи очень важны. Дальше. Давайте не забывать то есть простой абсолютно, да, расклад. Второе – это питьевой режим. То есть если ребенок, потому что во время стресса идет электрохимические реакции, которые и нарушается вот этот вот баланс, да, скажем, почему хочется всегда пить. И, соответственно, да, бутылочка воды – и ребенок небольшими глоточками пьет. Таким образом он тоже снижает, да, вот этот стресс. Лучше до еды там за 20 минут, там после еды за 30 минут. Или можно перед выходом, ну, в зависимости от степени важности. Потому что от степени, скажем, нужды в этом, да. Дальше. Посмотрите, что ест ребенок в данный момент, да. То есть есть ряд продуктов, которые содержат такие микроэлементы, например, там курага, творог и так далее, которые повышают активность мозга, да, действенно. Дальше, вот сейчас я скажу такие вещи, которые могут вызвать улыбку. Позевать. Вы знаете, что во время зевка, даже искусственного зевка, если мы еще и по вот эти наши точки, да, где у нас, да, челюсть соединяется, верхняя и нижняя, да, и мы позеваем так хорошо от души, да, то у нас префронтальная кора головного мозга активизируется, которая отвечает как раз за активную деятельность, да. Дальше, контроль дыхания. Что происходит, когда я тревожусь, да? И практически не дышу. Да. Дыхание становится очень поверхностным. Да? Если мы изменим дыхание нижнереберное, оно несовместимо со страхом, оно несовместимо с тревогой. Причем увеличение по времени вдоха – это активация. Уменьшение выдоха, например, да? То есть, или там длина. Резкий выдох, да? Это активация. Дыхание – активация. Если наоборот – уменьшается вдох, он короткий. И длинный выдох. Это расслабление. Это вот ничего не надо с собой даже носить. В момент стресса тоже работает? Конечно, просто убираете шумовой эффект. Я там показала шумно, а здесь убирается шумовой эффект. Мы так работаем с теми, кто испытывает тревогу, мы их прямо научаем, кто нам, пациенты, если приходят с паническими атаками, то же самое мы так работаем. Медикаментозные средства не рекомендуются, потому что, как правило, могут давать медикаментозные средства успокоительного характера. Они влияют на все, в том числе на снижение когнитивной функции, то есть памяти, внимания, мышления. А зачем? Да? У нас тело, ну, просто такой аппарат, да, который, такая система уникальная. Мы на
я не знаю, на 20%, наверное, пользуемся только своим собственным телом. Любовь. Только она способна вершить чудеса. Только с ней легко шагать по жизни. Только с ней вы способны парить. С ней зажигаются звезды, и каждый день будет самым красочным. Представьте себе картину идеальной сказочной свадьбы, где зеленые луга, где чистый воздух и нет городского шума и суеты, где на берегу красивого озера двое любящих людей произносят клятвы и говорят друг другу «да», где в комфортном шатре для гостей накрыты богатые столы и звучит красивая музыка. Здесь удивительные пейзажи, продуманы все нюансы и радует любая мелочь. Мы не волшебники, но мы знаем, как вашу сказку сделать реальностью. Мы добавим совершенства вашему торжеству. Пусть ваша свадьба станет для вас только праздником и весельем, а все заботы и волнения мы возьмем на себя. Никто этому не учит, понимаете? И если вот элементарные такие вещи проговаривать, то уже, конечно, будет совсем другой момент. Ну и самое главное, сказать ребенку, можно назвать непробный экзамен, ну страшно, да, экзамен, ну, так все равно, да. Экзамен. Тестирование, проходное тестирование, да, проба сил, даже наименование вот этой процедуры, оно снижает. А как само ЕГЭ можно переименовать? Ну, то же самое, да, некое тестирование, да, некому выход из школы, да, который предполагает, или некий мой входной билет, например, в ту специальность, которую я хочу получить, да, потому что перед поступлением пользуется ЕГЭ же, да? Да, мой входной билет. Вот входной билет по биологии, там, по русскому и так далее. Мой входной билет. Вот. То есть тогда это совсем другой момент, да, формируется совсем другая установка. И самое главное родителям сказать, да, слушай, ну экзамен. Это все такая проходная вещь. Ты уже сколько сдавал экзамен? Что такое диктант? Что такое контрольная работа? Ну, это такое же контрольное мероприятие, да? Их было много в твоей жизни. Я думаю, что будет еще больше, да? Это всего лишь один в ряду. Понимаете? Но ты для меня самый любимый. Ты для меня самый нужный. Ты для меня самый важный. При любом результате я все равно тебя люблю. Вот эти вещи, часто тревожные родители, да, они говорят своим детям. А как это важно? Вот это вот, вот эти слова будут звучать у ребенка. И никакая тетенька, которая что-то там сказала, вот, абсолютно это пройдет мимо. Да. Спасибо вам большое. На этих позитивных словах мы заканчиваем наше интервью. А вас, наши дорогие зрители, призываю любить детей, любить своих близких, не оставлять их в одиночестве, быть рядом. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам доброго. Всего доброго.